Друзья, всем привет, доброго утра. Доброго утра всем честным арестантам, мира и уюта нашему общему дому. Это утренний дуб. Мы обсуждаем главные социальные, политические и экономические события дня вчерашнего, потому что вчера всегда определяет завтра. Поехали. Так, вчера состоялась конференция Reuters Next, на которой выступал президент Зеленский, и я заметил очень серьезную метаморфозу в нем. Перестала появляться уверенность. Вот я не вижу в его выступлениях уже уверенности, ее там нет. Есть уже мы ожидаем, мы не сомневаемся, мы планируем. То есть уже вот эта вот абсолютно железная уверенность в том, что будет так, как он сказал, она поколеблена. Поколеблена прежде всего ощущением неготовности наших международных партнеров продолжать наращивать, я говорю, не уменьшать, подчеркиваю, а наращивать финансирование Украины. О чем идет речь? Контрнаступление, учитывая, что Россия мобилизует оставшиеся резервы, возвращает свою технику из Сирии и Ирана, то есть они производят обратный выкуп той техники, которую продали им за последние годы для того, чтобы усилить свою армию, понесшую потери в боях с украинской армией. То есть продолжается подпитка людскими и материальными резервами российской армии и укрепляется их линия обороны. То есть, соответственно, для того, чтобы проводить успешное контрнаступление, мы должны их превосходить. Это то, собственно, о чем писал Залужный в статье The Economist, когда говорил о том, что ситуация на фронте в тупике. То есть, чтобы преодолеть линию обороны противника, которую тот успел настроить, пока мы занимались болтологией и рассказывали о успешном контрнаступлении, которое начнется завтра, послезавтра, ну что-то еще чуть-чуть, и мы будем уже мочить ноги на Ялтинском пляже. Вот они там строили укрепление. Мы пиздели, они строили укрепление. Значит, и теперь для того, чтобы их преодолеть, как вы понимаете, нужна не только техника, но и людские жизни. Они для меня первостепенны, поэтому техника хер с ней, да, хоть она и в кредит берется. Ну и ее не хватает. Да. И нехватка этой техники, нехватка наступательной, вот сейчас вот, да, активизации наступательной мощи приводит к тому, что начинает возникать вот эта вот неуверенность у Зеленского. Он уже перестал быть таким борзым, скажем так. Я, кстати, оцениваю статью The Economist, которую написал Залужный, как руку помощи, которую тот пытался протянуть ставке верховного главнокомандующего. Не как апфронт, не как конфликт, да, то есть это скорее потом стало конфликтом, когда Зеленский начал эту историю пытаться развенчивать через своих ручных собачек, типа Подоляка, Жовкву, ну и других, да, вот этих непонятных товарищей, которые вдруг начали обсуждать мнение генералов боевых. То есть это была рука помощи, потому что она была протянута ставке верховного главнокомандующего, и была возможность за нее ухватиться без ущерба репутации тому же Зеленскому и его окружению. Почему? Потому что постоянное нагнетание и увеличивание ставок, вот они не умеют по-другому решать проблемы, да, они не могут лавировать, да, они все время ставки повышают. Вот у меня реально такая же история. Начали с подозрения по делу о служебном подлоге, перебрались уже на тяжелое преступление, ухилянты за кордон, скоро будет госизмена, я не сомневаюсь. Да, то есть, ну, они не умеют договариваться, они только повышают ставки. Но если в условиях моих они могут пытаться это делать, да, хотя все равно меня не поломать, то в условиях, когда речь идет о многоступенчатой системе, о большой коалиции правительств, государств, планов, политиков, тут нужно лавировать, а они не умеют. Они вот это одели и побежали вперед. А тут не получается так. Да? И что, к чему это приводит? Потому что вот это постоянное нагнетание победобесия, как я его называю, мы, значит, до границы 91 года дойдем, а денег на контрнаступление не дают. На защиту дают, на удержание обороны дают, а на контрнаступление не дают. И в этой ситуации статья Залужного была рукой помощи, на которой можно было схватиться, сказать, ну вот давайте тогда это обсуждать, раз армия так считает, готовы прям давайте корректировать планы, пожалуйста, вот, ну как тогда выкручивать эту ситуацию, спихивая ее на Залужного. Ну, для этого же мозги надо иметь. А там, ну, нету мозгов. У меня у бывшего тестя были олени рога. У меня висели, значит, на стене у него. И потом, когда с квартиры на квартиру переезжал, он все время пытался их кому-то подарить. Ну, рога хорошие.
Давно нужно было, ну, выбрасывать жалко, а надо кому-то подарить хотелось. На том же на охоте добытые. И вот он с этими рогами носился, я просто тогда их не взял, потому что, ну, мне они ни к чему рога. Вот. А я думаю, что он их нашел кому подарить и подарил туда в офис президента всей криворожской команде. По кусочку этих рогов они их все прицепили и бегут. Да? А он горит. Соответственно, отсутствие нормальной коммуникации внутри, непонимание реалий за внутренним кругом, неадекватная оценка возможностей, плюс неумение договариваться, я имею в виду не с Россией, опять же подчеркиваю, а с международными партнерами, убеждать их, приводит вот к тому самому тупику. И когда Зеленский выступает и говорит, ну мы планируем все еще, мы не сомневаемся в том, что вернем, это чуть-чуть отличается от того, что было год назад в его заявлении. И это еще больше расшатывает антироссийскую коалицию. То есть, когда в нем теряется уверенность, начинают возникать вот эти вот проблемы, которые потом начинают превращаться в снежный ком, который как разрулить, они не понимают. То есть, что, я думаю, будет происходить дальше? Байден, кстати, сразу после этой конференции заявил о том, что, видимо, тоже это увидев, заявил о том, что в Белом доме все еще верят в возможность Украины вернуть свои территории. То есть, он подбэкнул, да, подбэчил. Вот. Понимаешь, что-то начали пацаны разваливаться, моральный облик начал разваливаться, подбэчил их немного. И это такой для меня сигнал очень четкий на то, что нужно чуть-чуть менять систему оценки, внутренней оценки наших возможностей, наших реалий и то, как нам добиться возвращения этих реалий к точке, когда мы были способны материально-технически производить контрнаступление. Но кому я это, в принципе, рассказываю, кроме как вам? Это ж там не доходит. Там рога моего тестя на голове, блядь. И ту-дум-ту-дум-ту-дум-ту-дум-ту-дум. Главное, в стены не въебитесь, потому что всех нас за собой тащите. Да, и про коррупцию же. Конечно, про коррупцию было на Reuters Next. Зеленский сказал о том, что Украина свободна от коррупции. Нам коррупция не угрожает. И мы можем гарантировать, что средства фондов, доноров, правительств, частных лиц пойдут на восстановление Украины без коррупции. Это будет прогарантировано. Я так что-то сижу, думаю, послушал это все, думаю, а интересно, кем? Директором ГБР Сухачевым, у которого жена в шубе за 30 тысяч евро? Или Малюком, который занимается фабрикацией уголовных дел, конкретно по моему кейсу, расписывая показания псевдосвидетелей тремя разными протоколами в разных числах с разными показаниями, одним и тем же чеком подписанным? Вот эти люди будут бороться с коррупцией. Но это же подделать протокол допроса, опроса, вернее, свидетели нормально не могут. Что они могут побороть? Свой хуй в штанах. Ну это разве что. Да, поэтому Соединенные Штаты Америки прислали вчера советника по вопросам инфраструктурного восстановления Роберта Меринера, который по странному стечению обстоятельств до этого был советником по вопросам восстановления в Кабуле. То есть, когда специалиста по Кабулу, я небольшой, так сказать, специалист, в Ближнем, Дальнем, Среднем Востоке, странах Юго-Восточной и Центральной Азии, не специалист, абсолютно не претендую, но слышал про Кабул, слышал про Афганистан, примерно имею представление, как, наверное, и вы из Ютуба, и оторванных каких-то различных заявлений, материалов и статей, что там происходило и происходит. И если человек работал в Кабуле, то это довольно специфический регион, со специфической ментальностью, уровнем коррупции, и там нужны специфические люди. И когда специалиста из Кабула переводят специалиста в Киев, значит, где-то там что-то похожее существует. Но это же, конечно, не про коррупцию, правильно, друзья? Это что-то другое. Это, например, климат, ну, может, не знаю, пески, не знаю, что, маджахеды, ну, еще раз, не специалист, да? Шииты, сунниты, что там, я не знаю. То есть, что такое же в Кабуле, как и в Украине, что человек оттуда переводят в Киев. Но не коррупция. Мы же с вами прекрасно знаем, что это не коррупция. Что-то другое. Надо подумать. Надо подумать, что. Марихуана. Может быть, марихуана. Может быть, мак. Хотя тоже нет. Не знаю. Надо думать, ребят, давайте в комментариях пишите, что же общего между Кабулом и Киевом, что человека оттуда перевели сюда, но не коррупция. Загадка. Отвечайте. Ну да, и про коррупцию, как бы в целом, нельзя забывать, что Европейская комиссия же, Урсула фон дер Ляйен, после визита в Киев сообщила, напоминаю,
что у нас все хорошо в судебной системе, правоохранительной системе, и коррупция, в принципе, преодолена, а государственные институты являются зрелыми. И поэтому Еврокомиссия открыла двери Украины для начала переговорного процесса о вступлении в ЕС. Мы выполнили там целый ряд критериев, не все, но ряд критериев. Но нужно еще бороться с коррупцией, закон о лоббизме принимать, еще что-то там принимать. Ну, это все легко, потому что Владимир Александрович это все в ручном режиме, вот так вот на пальчиках эти марионеточки все принимают. Поэтому все, что бы вы ни захотели, все, безусловно, будет принято. Главное, где-нибудь там небольшую дельту заложить, на то, чтобы вот как раз не было коррупции. Ну, потому что если есть дельта, зачем нам коррупция, правильно? Так вот, я читаю эти новости о том, что у нас ничего нет, и думаю, блядь, кому же верить? Вот кому же верить? И я как в этом самом, знаете, как в миниатюре Жванецкого выхожу, открываю дверь, пиздец. Закрываю дверь, открываю интернет, нормально. Зрелые институции. Все нормально, судебная система реформирована, суды честные. Да? Вот я прям хожу и вижу, какие они честные. Смотрю в эти глаза этих людей. И вот понимаю, что честнее не бывало. Никогда не встречал. Вот прям приходишь в Печерский суд, даже не надо, смотрите, вот приходите, даже не нужно вещи куда-то прятать. Вот положил телефон, бумажник. Есть у вас деньги, пожалуйста, деньги. Просто оставляете так и уходите. Честнейшие люди, еще не придумал свет. Нежели Печерский суд. Я, кстати, желаю, чтобы Урсула фон дер Ляйен, комментирующая историю про честность украинской правоохранительной судебной системы, как-нибудь была бы за что-нибудь подозреваема и осуждена в Печерском суде. Просто хотелось бы посмотреть, как это у нее получится. Показать через себя честность этой всей системы. Да? Ну, а если как бы серьезно, то вы прекрасно понимаете, что это не более чем большая политика, направленная на формирование у нас с вами хоть каких-то радужных надежд. Ну, то есть, я максимально примитивизирую, да, и упрощаю, не хочу никого обидеть с точки зрения религии, но это, знаете, как вот люди, верящие во Всевышнего, считают, что есть загробная жизнь, и там есть рай. Вот это когда ты приходишь, да, вот у тебя все дерьмово, херово, жена ушла, с работы нахуй выгнали, да, дети давно от тебя съехали. Ты такой весь в долгах и бухаешь, и приходишь в церковь к Богу и говоришь ему, Господи, ну через священника, понятное дело, через посредника, у нас без посредников нигде не обходится дело. И говоришь ему, что же будет, ну как же, он говорит, все нормально, сдохнешь, там будет рай. Пока мучайся, но это тебе испытание. Так и у нас. Вот ровно та же история. В принципе, можете все сдохнуть. Как сказал Владимир Александрович в интервью NBC, если убьют всех нас, то, не дай бог, тогда вам придется своих дочерей и сыновей отправлять. А пока мы наши в цене, давайте лучше деньги и оружие. То есть вы сдохнете, но там потом будет хорошо. Это та же самая история, только про Европейский Союз. Что вы пока тут дохнете, но дохнете, и у вас есть цель. То есть, знаете, цели вроде же как, ну, без перемещения линии фронта в сторону освобождения территории системного, да, без побед на фронте, цель потеряется. Цель, ну, понимаете, да, зачем происходит эта мясорубка на одной и той же линии. Но появилась новая цель. То есть нам ее дали. Вот она морковка, вот осел, вот морковка, туда. Туда бегите, вы зрелые институции, починили все в судебной системе. То есть, знаете, я же эту ситуацию сразу вам разовью. Они же прекрасно понимают, что у нас тут полный пиздец. Ну, иначе бы они не отправляли сюда советников по инфраструктуре, различного рода смотрящих, специальные структуры, там, да, вот все вот это вот бы не создавалось, если бы у нас все было хорошо, правда? То есть, соответственно, они это говорят, понимая абсолютно, что это ложь, но они ее делают, потому что здесь должны быть все загнаны. Ну, потому что если сказать, что судебная система коррумпирована, да, и власть коррумпирована, то этой власти никто не будет платить налоги. И никто не будет слушаться решения судов. А решение судов, я напомню, у нас является главным инструментом отправки людей в армию. Потому что 3 года по статье 336 Криминального кодекса лепят всем подряд. И сказать, что при этом суды нечестные, а власть коррумпированная, это подорвать основы для мобилизации. А как вы помните, Владимир Александрович правильно сказал, что когда закончимся мы, начнутся они, а они бы этого не хотели. Поэтому все у нас хорошо. Вы давайте, не отвлекайтесь. Потом как-нибудь за огромные жизни попадете обязательно в ЕС. Значит, в Министерстве стратегической промышленности у нас есть заместитель Тимур Ткаченко. Тимур Ткаченко – это бывший работник Киевблагоустроя. То есть он работал по ларькам. Главное, вы знаете, да, если вы по ларькам работали вообще в Украине, где-то и в Киеве, вы сразу можете сюда ехать
и вас обязательно возьмут либо в офис президента, либо в какие-нибудь заместители министра минимум. Вот Тимур Ткаченко, это приближенный Алексея Кулебы, он сейчас заместитель главы офиса президента, бывший губернатор Киевской области и в прошлом тоже ларечник. Отвечал за благоустройство сначала в Дарницкой администрации, потом опять же в Киеве. Тоже был начальником Киева благоустройства. Сейчас он замглавы офиса президента. А нынешнего, предыдущего главу Киева благоустройства, он подтянул замминистра Минстратегпрома. Чем занимается, как вы считаете? Минстратегпром ларьки не делает пока. Мы еще не даунгрейднулись, да, то есть до такого уровня. Мы, конечно, когда-то запускали космос, ракеты, всякие разные спутники. Сейчас перешли на среднюю стадию отупения. Это когда мы узнаем, чей борщ, выясняем, и на каком языке говорят патриоты. Ну, а потом произойдет совсем уже, да, понижение уровня, когда мы начнем родину-мать переплавливать в кастрюлю. И из них делать ларьки, да, ну, кастрюли будут из алюминия и ларечки делать. Но пока не дошли еще, поэтому Минстратегпром занимается еще другими делами. Хотел бы задать вам загадку, но думаю, вы не разгадаете ее никогда. Никогда, потому что это тайная стратегическая задача Министерства стратегической промышленности в Украине. Тимур Ткаченко сегодня занимается тем, что, зная глав районных администраций у Кличка по тайной задаче, согласованной в офисе президента, занимается тем, что пытается отжать у Кличка всех начальников районных управлений благоустройства. И назначить туда своих людей. То есть давят на чиновников глав районных администраций города Киева, чтобы они назначили начальников, ой, птичка, начальников, ну, на природе, кстати, классно, если домашний арест бывает, не нравится, синичка ко мне прилетела. Значит, начальников управления благоустройства в районах города Киева. Это прям целая задача, вот вы не понимаете. Они дворников назначают, но главное, чтобы этот дворник был подчинен по итогу через министра, заместителя министра стратегической промышленности и потом замглавы офиса президента Кулебы. Величайший. Ну, просто представьте, идет величайший такой по району вроде Киева. Идет такой. Хуя грязно. Он говорит, ребята, а что тут грязно? Они говорят, пс, минуточку, алло, дайте мне, пожалуйста, дворника. Да, по нашей вертикали, да, назначим. Пусть уберет. Хорошо. Владислав будет исполнен. Ну, других же задач у нас в стране нет. Поэтому мы в офисе президента назначаем дворника. Вот так же. Ну и в качестве лучика позитива и добра, в кавычках, конечно, история о том, что же мне позволяет так смело говорить правду. Да? Вот что мне позволяет? Ну, во-первых, мне позволяет опыт. Я видел очень много чиновников, очень много страшных, репрессивных политических систем, которые так стучали рукой по столу и начинали за людьми гоняться. Как за мной гоняются сейчас, утра до вечера. Подозрения, повестки. Сегодня, кстати, сейчас опять пойду в ДБР на допрос. Протоколы на ЗК. Кстати, должен подчеркнуть вам, что вчерашняя история с появлением сотрудника на ЗК прямо во время допроса ДБР в здании ДБР в допросной комнате свидетельствует только о том, что эта псевдо-антикоррупционная вертикаль в отдельных своих проявлениях прямо работает на офис президента. Потому что явился вчера сотрудник на ЗК ко мне на допрос, уже не протокол, для информационного повода. Они понимают, что я натяну их даже в Печерском суде по такому конфликту интересов, как шуба генерал-фельдмаршала, директора ДБР Сухачева. Но так им нужна новость о том, что Недубинскому что-то опять дали, опять ебали, опять затащили. Вот они притащили этого работника на ЗК прямо в ДБР. Это невозможно было бы сделать, если бы этот работник ДБР, главный директор ДБР, не был в прямой связке с начальником на ЗК Новиковым. Это я обращаю внимание и наших международных партнеров, да и ваши, что вот история с на ЗК, как оно работает. На офис президента. Сразу проходите. Да не на офис президента уже. Это уже не независимое антикоррупционное агентство, не агентство по предотвращению коррупции, это филиал офиса президента. Но я не про это сейчас. Я про то, что, несмотря на то, что я вам рассказываю, репрессивная же машина продолжает работать. И по моим сведениям, уже дана команда бежать в экспертизы и по делу 2020 года. По госизмене Деркача, который, кстати, уже в суде, то есть дело по госизмене Деркача было расследовано НАБУ. Я там давал свидетельские показания, как вы помните. Мне в моих действиях там вообще не нашли никаких, понятно, признаков какого-либо преступления, потому что там его нет. Ни о каком изменении речи не шла. Я просто на одной из пресс-конференций был вместе с Деркачем, при которой ни пленок Байдена, Порошенко не было, ничего такого. Обсуждались механизмы выведения из Украины
миллиардов долларов во времена Порошенко-Гонтаревой, их заведение обратно через систему инвестиционных фондов и получение процентов из государственного бюджета Украины. Пресс-конференция в открытом доступе, откройте сами, посмотрите. Ну, в общем, сейчас мне вручили повестку на допрос на субботу по делу о госизмене Деркача. То, которое в суде расследовано НАБУ. Оказывается, есть дело такое же в ДБР. Оно 3 года лежало без движения. Но сейчас по команде, видно, подняли все, что у них было связано с фамилией Дубинский, и потащили меня опять на допрос. Не исключаю, что несмотря на отсутствие полного состава преступления в моих действиях, доказанное неоднократно, неоднократные допросы, которые я проходил как свидетель, показания данные по этим делам, они попытаются провести какую-нибудь лингвистическую экспертизу, натянуть сову на глобус и попытаться мне вручить подозрение еще и по госизмене. Это цена правды, которую я вам рассказываю, поэтому цените. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе, Дубинский Про в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Про очередное дело Дубинского я вам расскажу сегодня в отдельном видео, потому что это крайне интересно, как они будут фальсифицировать теперь уже тяжелую статью по госизмене. Будут фальсифицировать, я вам это абсолютно уверенно об этом убежденно говорю. Но натянем их в суде в очередной раз. Без надежды на правосудие, но покажу вам в очередную фальсификацию, подписанную высшими должностными лицами Украины, по команде из офиса президента и лично Зеленского. До новых встреч, друзья. Пока.